Я Беларуси укрепляемся с перою. ¿Sabes qué quiere decir esto? Yo no lo sé. No lo sé casi nada. Casi nada. Nadísimo. Nadísimo. Tengo pensamiento. Que crece, que crece. Thank you. так, будет один бис. Сейчас разрешите мне представить участников сегодняшнего концерта. Сегодня у нас состоялся такой настоящий World Music концерт, потому что все участники представляли разные страны, разные зоны мира. Итак, по функциям. Значит, ручками звукорежиссерского пункта управлял сегодня москвич Илья Хмыс. На баритон-гитаре собственного изготовления, а также на различных электронных звучках сегодня играл представитель Мазовша място Варшава Анджей Издебский. На вор-гитаре не собственного изготовления и тоже на разных электронных устройствах играл представитель Баварии Маркус Ройтер. Очень трудно перечислить все функции нашего следующего персонажа. Я попробую. Во-первых, дизайн собственной одежды. Далее, пирсинг собственного языка и носа. Съемки собственного пирсинга, собственного языка и собственного носа. Монтаж этих съемок, шепоты и крики, голоса. Сиринея, Тироль. За ритмы, за акустические электронные барабаны и также всевозможные электронные устройства, электронную перкуссию отвечал представитель штата Техас Pat Mastelotto. И они еще чего-нибудь здесь изобразят, наверное, спонтанно. Спасибо. I believe vodka is coming for you. Is it okay? Yes, yes. Водочный будет. Водочный бис последует, если сейчас срочно принесут национального русского напитка Пату Мастелотто. slow meditative movements is all connected. Very Еще раз участники проекта: Андрей Издебский, Маркус Ройтер, Сиринея, Pat Mastelotto. И так, послушайте.